что, охерела, что давай? Он жрет, как собака. Быстренько, быстренько. Собирай свое рожь лица и почапай. Да ты мой бро. Дай бог здоровья. Да. Солишься? Камеру держ. Маш, два часа тут скучно будет. Тут еды много. Моя первая награда. Я тебя поздравляю от души. Ой, это не менее красиво. Что, как вы думаете, что вам надо? Пистолет? По-любому, конечно. Они здесь два дня, и я за два дня встретил их раз 12. Я не знаю, они везде. Что? Смотреть фильм? Виплажу. Виплажу, да. А любовь, как у вас по батюшке? Вагифовна. Извините. Я азербайджанец. Короче, подписчики, сорян. Я устал. Всегда будут люди, которые будут там завидовать, да? Конечно. И были такие... Ручки тянули, да? Ну, жить бы не смогли бы, да? Не, не мой город. Три кота. И одна кошечка. А мы, между прочим... Как говорится, доброго утра и нового дня. Все уже уехали на экскурсию с Еленой Яковлевой, на которой Виталий Сидельников будет там всем призы, подарки вручать и торжественно речь толкать. Да. А мы, красавчики, мы что сделали? Откосили. Откосили, отморозились от этой ситуации. Ну, потому что когда нам написали с этим предложением, мы поняли, что мы реально просто не встанем так рано, потому что мы ложимся. Там просто то, что час нужно будет. Да, да. И там еще между Красной Ковровой, да, и... Я не успею накраситься. Вот в таком... китайско-узбекском стиле. Это я даже не знаю, какой это стиль. Армянско-узбекский. Золотые вензеля. Сегодня у нас шведский стол. Радость номер один. Пошли, давай, набирай все. И так, чтобы это... Что? Они зачетные. Давай, быстрее уже. Пошли, а то сейчас все закончится. Мраморно собирай вот этот вкусный, посередине который. Давай. Колбаску обязательно, центральную, да, которую мы вчера покупали, это та же, мне кажется. Да, пошагали дальше, давай. Так. Селёдочку не хочешь? А, ну, селёдочку на завтрак, это для гурманов исключительно. Вот там яишенка есть с обратной стороны. Вот. Молодой человек очень прекрасно жарит, мне кажется. Смотри, сосисонки обязательно побросать. И гречка. Ой, гречка какая-то. Она немного переварилась, мне кажется. Вот мне яички вот лучше круглые положи. Короче, давай, клади сосиски. Я тебе сейчас все объясню. Юль. Юля, Юль, ты что, охерела, что давай? Ты че? Че, я дома, блядь, три ем, блядь, она мне здесь одну положила. Юль, все включено, Юль. Давай, давай. Переедать, что ли? Ты чего? Переедать. Продукты. Давай, дальше, давай, вот два яйца мне быстро расшвыряй. Идем за овощами, фруктами. Идеальный завтрак гурмана. Все, отдай мне мою тарелку. Где хлебушек? Почему не положил? Значит, мой надкусанный завтрак. Юлин практически свежий. Рассказывай, как творог по вкусу? Что это? Вандефульный? Или такой? Да? Потрясающий. Так, жена, давай рассказывай, что ждем от сегодняшнего дня? Все-таки мы ждем Федора Добронравова. Так. Я надеюсь, он приедет. А куда он денется-то, по-любому? У него премьера фильма. Да. Вот, и еще, может быть, несколько каких-то именитых коллег, с кем он хотел бы пообщаться. Познакомиться. Да, это приятное общение. Вот как вчера с режиссером. Хочется вот такого. Все просто, классно, классно. Без пафоса, без напыщенности, да? Мы встретили вчера пафос, но... Это, без этого никуда. Не, на самом деле мы вчера как бы нашли свою компанию, свою атмосферу. Мне кажется, мы просто прекрасно провели время. Короче, ребят, жались. Чтобы вы понимали, я попросил вот этот кексик принести себе. Она принесла и говорит, его не жрать. В смысле не жрать? Юля говорит, ну-ка давай рассказывай. Он жрет как собака. Вот у него одни мысли, мне кажется, только о еде. Там шурупики крутятся и там куриная ножка крутится. То есть ты короче, съела свой кекс? Да, я съела кексик и творожок, и кофе бы это запила, и наелась, а он съел. А почему мне мой-то кекс не есть, я просто не понимаю. Я его думала оставить, что если вдруг проголодаюсь. Понятно. А ты и так наелся. В час обед, успеешь? Успею, да, отведать, так что можешь кушать. Понятно, слава богу. Кекс удалось отбить. Юлия Игоревна сидит и переживает. Давай, рассказывай. Вы что переживаете? Говорит, какать хочу. О, Господи, это обязательно. Я говорю, так иди, давай, иди, обязательно откладывай свою личинку. Она говорит, сейчас придет тетя, которая будет заниматься платьем.
Я говорю, ну пригласишь ее к себе в VIP-комнату, и там ей все объяснишь, что она не зайдет, что ли. Юлька негодует. Вот так вот взяли, унесли, пришла такая к двум, к трем, ага, и утащила мое платье. И все. Прям грусть тоже напала на меня какая-то. Просто Юлька вчера стояла два часа тут, пыталась каким-то образом. Все, нормально, отлично, отпаривать из подошвы, все, к двум, к трем, ага. Ну так это же VIP-отель, VIP-услуги, все по красоте. Короче, мне исполнилось полуслуга, главное, чтобы теперь сожженная она мне платье не принесла, и будет вообще огонечек. Я уверен, что все будет по красоте. Сердце колотится. Так, ну что, день нам освободили. В туалет можно сходить. Давай, иди сори уже. Итак, ребят, локация отеля нас настолько вдохновила, что мы решили, у нас есть там часик свободного времени, не лежать, не тухлить, а сделать что? За два часа снять ролик, а потом как же пожаленный собираться. Короче, Юлечка по-быстрому одевается, ну просто, я говорю, очень красиво, сейчас Юлечка подъедет на лифте, мы это все с проходочкой красиво сымем. Ну, это на три часа еще затянется. Нет, мы все это оперативно снимем, поэтому давай. А ну оперативно? Давай, очень хочется в красивой локации снять, давай, поэтому быстренько, быстренько. Собирай свою рожу лица и почапали. Тем более, что ты уже собран. На нас, наши дорогие друзья, напала шизоидная шиза. Виталий, блин, решил заснять коротенький ролик, который мы уже снимаем полтора часа. Жена моя, красоту тут наводит. Самое потрясающее, невероятное будет. Ну что, получается все? Давай. Зазырь. Представляете? Смирнов Виталий. Привет. Да. Это вот надо на себя надеть. Один и второй ошейники, да. А это надо с собой взять, это билеты, и потом вот на фуршет там тоже все. Ну, фуршет. Я же фуршет же это не жральня. Хорошо. Все, давай. Сколько тебе еще по времени? Там 15-15 надо быть внизу. Садись. Люба туда. А Юлия Игоревна сюда. Давай. Сидельниковы. Смотрите, какие вы прекрасные. Какие вы. А вы какие красавцы. О, ребята. Все, готовы. Маш, у нас little fuck up, надо помочь. Марусь, спасибо тебе огромное. Да будь здоров. Ты мой бро. Дай бог здоровья. Да. Чтоб не кашляли. Да, сейчас ничего, я. Виталь, ты слова уже. Речь торжественно подготовил? Нет. У нас же задача выйти, что и, так сказать. Виталий, вы наконец-то взяли телефон горизонтально. К сожалению, да. Это непривычная история, да, согласитесь. Да. Так, смотри, смотри, какие сегодня просто потрясающие, как брат. Ты лучший просто, ты круче всех. Давай. Малыш Майкл, ты видел, да? Ну, мне кажется, мы самые красивые будем, нет? И что, и просто стоим вот здесь? Два часа. Два часа? Два часа просто. Юль, присаживайся, давай. Просто стоять, мне кажется, это факап будет. Маш, два часа тут скучно будет. Тут еды много. Ну, не очень. Кому что, а нам лишь бы поесть. И желательно поспать, да? Что по обеду? А у нас будет что-то типа обеду? Встречает блогера от актера. У него в руках телефон. Да. И он... И камеры, фонарик включит. Ой. Смотри, новая аватарка будет. Да, сразу видно, что ютубер. Солишься? Камеру держит. Солишься? Так это не камера. Ты куда это выкладывать будешь? Мать родная, это же будет влог. Моя хорошая. Ну, ты как по-другому-то? Виталий, ваш затылок очарователен. Это моя красивая сторона. А, рабочая. Рабочая, да? Оттуда все пошло. В общем, вот такой у нас потрясающий фуршет. Значит, у Марии, как это называется? Сладкая вода. Сладкая вода, потрясающий напиток. Юлия Игоревна, у вас? Капутео. Не права ты, не права. Мне сказали, морсик, знаешь, что это? Морсик, да. Морсик. Алиса. У меня красная помада, ничего не... Ничего нельзя, да? Нет. А, ты с Москвы, я прошу прощения, нанесла ее, нет? Она же два дня не ест. Два дня не ест, чтобы не смылась, не дай бог, да. Как вы думаете, почему медведи вокруг нас на фестивале в кругу семьи? Я даже не знаю, Юлия Игоревна. А я уже знаю. Предположи, давай. Потому что медведь – это символ Ярославля, да, я так понимаю? Да. Но мы очень гордимся, что мы самый древний город на Волге. Потрясающе, потрясающе. Да, Ростов-Великий. Ростов-Великий. Олень. Олень, да. А вот я вам сейчас другую штуку. Так, так.
у Ростовского на гербе аллей, у Ростова Великого на гербе аллей и у Нижнего Новгорода на гербе аллей. Но есть одно отличие, что их сильно отличает. Олень там и там. Так. Но если вы заметили... Но один рогатый, а другой нет. Нет, они оба рогатые. Но Нижегородский аллей, так, он должен поднимать копыта. Интересно. Передние. Так. Как вы думаете, что бы это могло значить? То есть вот он имитирует питье копытом. Возможно, какие-то деньги выбивает, нет? Да, да, все верно. Что? Все верно. Что? Глич, звук. Все, Рэк, короче. Она хотела очень много вам сказать, скажи. Я уже все, мне кроме смешалась, правда. Не надо плакать. Бабушка посмотрела, он прям вообще органичный, как собака. Как ты себя ощущаешь? Я просто не ждала, рядом с легендой. В современной актерской игре, в современном актерском исполнении то, чего не было раньше. Или наоборот, может быть, что-то было раньше, чего нет сейчас. Вы же владеете таким большим клубом знакомств. Я думаю, что количество прекрасных артистов у нас не уменьшится. Это замечательно. Это хорошая тенденция. А там дальше не знаю, что сказать. Сейчас все больше и больше молодых людей старается работать с камерой. Они идут в актерское мастерство. Они становятся инфлюенсерами, блогерами, лидерами мнений, которые не стесняются на камеру делать, выставлять себя, либо говорить о чем-то. Что бы вы, может быть, посоветовали этим людям, на что обратить внимание, для того, чтобы их позиция в камере выглядела более уверенной и... Естественно, органично, да. Вы знаете, я думаю, что надо... Мое мнение, абсолютно мое. Я такой ретроград, и я про артистов в детстве, в своем, знал только то, что я покупал в «Союз печати» открытку, на которой был изображен артист. И там, с обратной стороны, было только написано год рождения и название роли, больше ничего. А сейчас люди пытаются узнать о нас как можно больше, и я считаю, правда, это мое мнение, что об артистах у нас специфическая профессия. О нас не должны никто знать, как мы живем, ничего, потому что мы постоянно меняемся, и это порой мешает для того, чтобы сыграть ту или иную роль. Мешает. Когда о тебе люди знают практически все. Как ты спишь, как ты ешь, кого ты предал, кого ударил, кого изменил. Но сейчас почему-то это стало выше, чем творчество артиста. Алиса, хвастайся, драгоценная. Лучшая идея. Точно, Алиса. Смотри, ты. Моя первая награда. Я тебя поздравляю от души. Ты умничка вообще. Столько еще крутых тебе идей, миллион просто. Короче, дорожка выглядит вот так, но я уже отстрелялся. А ты еще нет. Готовишься? Так получается, да. Туфли начистил? Начистил. Уже на старт? Я их еще даже не испачкал. Да? Все. Ну-ка, товарищ Сидельников, давайте, закешьте нам. Что? Не, ну красавчик. Просто. Конечно. Какие эмоции? Расскажи, Виталь. Непонятно, куда идти. Я вот так вот иду, вот так. И такой, и Маша говорит, куда идти. Началось. Я за тебя подержалась, потому что неустойчивая. Спасибо, хорошо. Это не менее красиво. Супер, супер секси вообще. Да? Да, очень хочу. Ну, прямо идея, это идея. Мне кажется, может быть, она одна была за актерское мастерство. Ее ведь Сидельников забрал. Я не специально. Смотри, строчит там. Кроссовки. Какие все прекрасные, а? Юрий Игоревич. За что вручили, показывай. Признавайся. Вручили за этот... Самый красивый... Позитивный контент. Красавцы. А вам? А мы вот сейчас... А, вы сейчас... Конечно, конечно. Ну, как вы думаете, что вам надо? По-любому, конечно. Ярославля. Конечно. Город Смирновы пошли. Давайте. Давай. А на красной дорожке ну семья... что ж, кто?
Семья Смирнова. Какая семья? Смирнова, а кто они? Юлия и Виталий. Это пример невероятного успеха, доброго юмористического контента. И у них за полтора года 7 миллионов подписчиков. Юлия Смирнова, номинация премии позитивного контента. Быть лучшая женская роль. Мы встречаем вас. Ура! Ура! Вы знаете, действительно очень позитивные ребята. Я вот здесь, они здесь два дня, и я за два дня встретил их раз 12. Я не знаю, они везде. Это так, это так. Хотели сказать огромное спасибо всем организаторам, отдельно Александру, что пригласили на данное мероприятие. Это супер. Мы рады быть. Приехали напитаться положительной творческой атмосферой, дабы творить для вас чудесный контент. Спасибо, ребят, спасибо за поддержку, очень приятно. Новых вам идей, друзья. Новых идей и воплощения этих идей в те самые видеоконтенты. Кого? Любу? Мне 26. Люба, скажи, сколько тебе? 27, мне кажется. В школе, а мне 27. Значит, Рома, тебе сколько лет? 27. Вырос. Правда? Да. Виталий? 28. Мне 37. 25. А мне в августе тоже 28 будет. Лет сколько? Самое красивое, самое восхитительное. Ты перешла на покрепче? Почему вы так снимаете? Вот горизонтально. А это будет влог? Влог? А, это Юрий. Конечно, это будет. Класс, прожить. Представляешь себе, насколько люди отвыкли. Привыкли вот так. В добрый путь. Всех благ, здоровья крепчайшего. Мама. Чернуха, Маша, давай пять. Наши люди. Это паники и суматохи. Мы ищем что? Виплажу. Виплажу, да. Там кормят? Виталий. Все, пойдем. Все нормально? Да, все хорошо. Все сюда. У вас потрясающий цвет волос. Вы восхитительно выглядите на торте. Давайте, давайте, братья и сестры, забегаем. Я в кинотеатр не ходила. Брат, как ты себя чувствуешь? Я хорошо, короче, где мы находимся? Мы находимся на премьере фильма «Быть». Самые титулованные и самые номинированные, самые победившие люди находятся в этом зале. Виталий, давайте рассказывайте, кому вы посвящаете свою награду? Жене, конечно. Жене. Жена, кому вы посвящаете? Моя жена, я хотел сказать. Творчество. Кому ты посвящаешь награду? Творчество? Ну так вот, понимаешь, он жене посвятил, а она творчеству. Мне бы сказал, любимый, мы так старались вместе, мы такие молодцы. Мы добились этого. Ты полтора года писал эти кучи ролики, мы их снимали. А вот... вот так вот, понимаешь, творчество посвящает. Лучшую женскую роль, потрясающую. А у Виталия Сидельникова лучшая актерская игра, да? Актерское мастерство. Не, ну там реально разъеб. Там Виталий, там красавчик вообще. Ну, мне кажется, это супер. Я вас поздравляю с этой удивительной возможностью стать лучше, добрее, чувствительнее и с искорками счастья в глазах. И, конечно же, мои отдельные поздравления всей съемочной группе фильма «Быть» Александра Ковтунца. Прекрасные девушки! Максимально. У меня, знаете, что самое интересное? У меня даже денег билетик с собой нет. Ваш. А, у меня я без билета. Я заяц. Передаем за проезд. Ребят, вы давно в маршрутке-то ездили? Смотри. Недели три назад. Что? Зачем? Потому что меня некому было забрать. Я как белый человек. 24 рубля, между прочим, в том же проезд. 24? Да. Виталий, как вы допустили, жена на маршрутке за 24 рубля ехала? У меня что, поддержка? Да? Ну что, гайз, мы поменяли локацию. Потрясающего просто мероприятия. Мы попали на еще более потрясающее мероприятие. По дороге успев поругаться с каким-то говножурналистом, об этом узнают все. Дай бог здоровья. Да. Мы не пойдем. Не поведем. Она прям там взяли стол и отпустили. Нашли лохов.
Давай его реально передвинем. Мария, давай залпом просто лупи. И еще два. И пойдем Лохматова лупить. Абсолютно уникальный случай. Первый раз в жизни, когда дают микрофон, мы не берем, да? Куда? Идите обратно. Всем добрый вечер. Оп. Вызвали случайно. Ну что, Юлия Игоревна, вот, вот и подходит к концу, да, да, этот торжественный вечер. Мы так готовились к этому дню, мы его столько анонсировали, а он и прошел. И прошел, обычно просто как один миг. Как один миг. Расскажи, какие впечатления у тебя сегодня были? Впечатления, когда на красной дорожке ты выходишь, и когда вот эти вот горящие глаза, реально видео, там все просто упали, привет, привет. Это очень круто, когда тебя люди любят. Вот. И фильм вообще, в принципе, нравится, вот эта вот атмосфера, когда... Общение с кем тебе сегодня понравилось? Расскажи, кого бы ты могла выделить. Федор Добронравов, One Love. Наши заслуженные награды мы потом все обязательно отдельно покажем. Юля получила в номинации приз «Лучшая женская роль». Да, и мы безумно. Я когда увидела у Сидельникова актерское мастерство, хотела что-то не хуже. Вот, это абсолютно не хуже. Да, и женская роль. И очень, очень круто, что действительно многим из победителей давали только дипломы, это грамоты, дипломы, да. А мы, считается, как лауреаты. Мы прям, да, мы прям вообще разорвали. Очень и очень приятно, что Александр Ковтунец отметил нас, дал нам слово на красной, да, ковровой дорожке. Да, это очень было здорово. Да, да, и очень прям потрясающе. Да, вообще, конечно, есть и обратная сторона, но... Ну, мы о ней не думаем, мы о ней не говорим. Всегда будут люди, которые будут там завидовать, да. Конечно, и... конечно, которые будут со скептицизмом, да, относиться к тому, что мы делаем. Ну... Ладно, внуки, они живут так. Мы получили истинное удовольствие от сегодняшнего дня. Да, и я думаю, что сейчас мы переоденемся, еще со свежими мыслями уже после душика прогуляемся где-то, да, по набережной, да, да, воздух. Давай, пошли, отрывать. Вот и мы. Юлия Игоревна ходит и ностальгирует, да? Смотри, вот эта красная дорожечка, по которой мы сегодня днем ходили, захотелось еще раз на нее посмотреть. Вот здесь хрустит. Ну, не, на самом деле очень классно, да, сегодня вот день, да, провели. Много впечатлений. Все благодаря нам и вам. Юля сказала сегодня, что она смотрела в глаза тех людей, которые стояли по ту сторону, да, да, их целая площадь была. Да выпустили бы. И они прям такие... Ручки тянули, да? Это было классно, согласен. Ты смотри, кстати, видео не смотрела там, где мы шли. Я тоже не смотрел. Я шла там в карабле. Впечатлений масса. Да, теперь на синюю дорожку, вот так. Как на море слетали, да, отдохнули? Не говори просто. Зарядились. Очень зарядились. Ну, вот такие надо чаще мероприятия устраивать. Да, они прям взбучку устраивают. Надо. У нас вечерний променад по ночному Ярославлю продолжается. Мы, не знаю, минут сколько? Цать? Полтора часа, не то, что в общем, город Ярославль ночью прекрасен. Я, к сожалению, не заснял центральную улицу, по которой мы проходили. Да, мы просто как-то прошли. Наслаждаюсь архитектурой, да. Да, очень много людей, которые отдыхают, кайфуют. Чилят, балдеют. Очень много. Ну, наше впечатление такое. Красивый провинциальный город, очень интересный. Да, очень провинциальный город. Со своей архитектурой красивой. Да, со своей историей. С огромным количеством церквей, да, это же город тысячи церквей, говорят. Да, да. Конечно, Москва One Love, да. Нет, ну, мы должны были посмотреть, что такое ночной Ярославль субботним поздним вечером, да? Да. Что ты думаешь, Юлия Игоревна? Мы ты... опять встретились с режиссером. Да, с режиссером, с организатором. Говорит, преследуйте меня, что? А? Говорит, мне кажется, у него судьба, он теперь от нас не избавится. Вообще никак. Маленькое наблюдение. Идешь по Ярославлю, он прям вынуждает. Ну, везде эти кальянные, везде кальяны продают. Везде город церкви и кальянов, мы поняли для себя. Очень совместимые вещи. При том, что да, а кальянный магазин, кальянный магазин, тут же прям, да. И вокруг вот просто огромное количество. Куда ты просто не смотришь, везде стоят. А мне кажется, они там уже живут. Что происходит? Нормально же общались, Люб. Что, мы обсуждаем кинематограф. Я одно не понимаю, почему телепузиков 4. И пылесос, да? И пылесос. Почему не пылесос? А кота 3. Три кота. И одна кошечка. А мы, между прочим...